6.1 статьи 22 КОАП РФ при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного правонарушения, конкретно обстоятельства дела, личность виновного, которая ранее не привлекала к административной ответственности за совершение одноразовых правонарушений, признал вину, в связи с чем считать необходимым назначить наказание в виде административного штрафа. На основании изложенного руководства статьями 29.9-29.1 КОАП РФ суд постановил Алисию Дэй 9 августа 1988 года рождения, уроженку Соединенных Штатов Америки, признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренной частью 6.1 статьи 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях и назначение наказания в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей. Административный штраф подлежит уплате по реквизитам указанных постановлений. Разъяснить лицо, привлекая к административной ответственности, что административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки уплаты штрафа. Постановление может быть обжаловано в Московский городской суд через Тверской районный суд города Москвы в течение 10 суток со дня получения копии постановления.